Урок 20. И следующая буква – буква ЛО. Давайте посмотрим, как она пишется. Буква ЛО. Еще раз. Это буква ЛО. Как вы заметили, буква ЛА по своему написанию похожа на предыдущую букву, букву ТА. Давайте их вместе напишем. Это буква ТА, а это буква ЛА. Отличие в точке. На букве ТА нету точки, а на букве ЛА одна точка сверху. Давайте теперь правильно произнесем букву ЛА. 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 Буква ЛА твердая буква. И при ее произношении не нужно вытягивать губы. ЛА. Нет, мы произносим ЛА. Губы не должны быть задействованы в произнесении этой буквы. Что мы еще должны знать про эту букву? Буква ЛА, третья и последняя межзубная буква арабского алфавита. Давайте вспомним предыдущие две буквы. Первое, что мы с вами прошли, это была буква СЭ с тремя точками сверху и похожая на ладью. Следующей межзубной буквой была буква ДЭЛЬ. И третья и последняя межзубная буква, буква ЛА. Если первые две межзубные мягкие, СЭ, ЗЭЛЬ, то третья твердая и произносится твердо. ЛА, ЛА, ЛА.